В голове не укладывается. У парня из лучшего медицинского вуза уже две смерти на счету. В Техасе людей и за меньшее судили. Вопрос не в том, почему он это сделал, а как ему это сошло с рук. Он был очаровательным, остроумным и очень милым. Никаких осложнений? У меня такого не бывает. Так нельзя. Я пытаюсь понять его, чтобы получить представление о том, какой он и почему он такой. Ты все еще проводишь операции после того, что сделал? Продолжайте, но я этого так не оставлю. Если вы пойдете против меня, будьте готовы к тому, что я с вами сделаю. Я вверяю себя в руки Господа и доктора Данча. Доктор Смерть.